Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру под названием Зубы. Сегодня будем играть за старшекурсника Львадю, которого опять переименовали. Там посмотрим, как его теперь назвали разработчики. В общем, каждый раз придумывают новые названия, переводы и все остальное. Гениально просто, нечем заняться, наверное. Мы еще сегодня за него поиграем. Сборочку, возможно, поменяем еще. У нас будет сегодня бои 3 на 3 с центрами зоопарки. Но перед этим, ребятки, клановая битва. Пока что идем стабильненько. Вчера где-то было перевес на 1000. Сейчас, я думаю, перевес уже на 2-3 сделаем. Чтобы, так сказать, у этих вторых ребят уже не было желания особо играть и драться против нас. Но я думаю, уже желания нету, потому что мы, как видите, лидируем достаточно неплохим отрывом. Но все равно надо еще рейтинг допущивать, поэтому бои еще надо будет делать. Дальше. Там, короче, разработчики запустили себе акцию, ну, на перчаточку. Сразу скажу, шансов с нее выбить что-то очень мало, поэтому не советую участвовать, как говорится. Ну, кто хочет проверить свою удачу, удачи вам. Я и вам, как говорится, я предупреждал, да. Чтобы потом не было вопросиков. Дальше, там разработчики еще у себя публиковали в Дискорде того человека, кто победил, ну не только в Дискорде, вообще везде публиковали. В конкурсе, когда нужно было нарисовать, как я напомню, ну сейчас видите картинку себя на экране победителя этого, да, в виде Брюса. Так вот, нужно было нарисовать пример того, что было нарисовано уже в игре разработчиками, да. Там был плакат, где была битва между богами Грома и против фиг знает кого, я уже забыл. Так вот, если вкратце, вот этот вот друг, он вообще не имеет никакого отношения к теме, так сказать, конкурса, но он там победил. Проверяйте. Проверяйте, это я к тому, что разработчикам просто даже выбрать некого было, понимаете, да? Какие у вас шансы были на победку, если вы в этом участвовали? 100%-ный. А это, напоминаю, ребятки, персонаж плюс скин, подарок. Ну, я, конечно, не имею в виду персонажа Брюса подарить, там на выбор все. Вот так вот. Поэтому шансы, в принципе, у вас у всех были, если бы вы участвовали. Ну, я про эти конкурсы рассказываю, поэтому, если что, в будущих конкурсах можете поучаствовать. Главное мне не забыть про это рассказать. Ну да, если вкратце. Заглянем в лабиринте, как обычно, посмотрим, как на 3-4 уровне появится ботик. Красивенько. Или нам дадут очень много монет, и мы пройдем до 6 уровня. Как вы думаете? Сегодня будет много монет и 6 уровень? Нет, сегодня будет опять 3. Да-да, беспалевно. Просто беспалевно. В очередной раз. Еще что-то я хотел рассказать. Ну, там вчера запускали вот такую акцию. Не знаю, правда, интересно она вам или нет, но чтобы вы понимали, цена была такая же, как на черные сундуки, на легендарные ресурсы, только были обычные легендарные сундуки. Понимаете, акция хуже по начинке, да, самой, но цена такая же. При этом бонусом вы получаете еще один легендарный сундук. Не ресурс, а именно сундук обычный. То есть, как бы это выглядит? Ну, давайте в магазин зайдем, я просто вам покажу вкратце, что я имею в виду. Какой сундучок, да? Вот такой вот, ребят. Не видите, вот он. Да, по центру, за который дает 540 жетонов. Вот такой вот. Два таких покупаете и третий в подарок. Типа того было. Это бред. Это просто бред, потому что нужно было их покупать специальные акции за денежки реальные. Поэтому это было реально бредом. Ну ладно, погнали в бои, в общем, сборочка. Смотрим, у меня что-то или нет. Возможно, есть вариант бинта поставить вместо укола дринлина. Все-таки мы играем сейчас, ну, не самыми скилловыми. Возможно, это будет выгодней. Посмотрим, давайте протестим. Дефибриллятор. Усилил бы мой сквад, но я не знаю, с кем я буду сейчас попадаться, поэтому рисковать не хочу. Как говорится, вы знаете, какие игроки у нас играют в зубы. Особенно на 1050 рейтинга в конце второй недели. Там как бы без шансов. Поэтому погнали побеждать. Ну а по поводу вот той акции, да, это конечно бред. Разработчики зажрались в очередной раз. Они не хотят вот эти новости выпускать, которые должны были уже выпустить. Ну ладно, то такое. То такое, как говорится, придет время, расскажу. Ну, а не придет, не расскажу. Ну как, расскажу, но без подробностей. Наверное, вот так вот будет. Потому что все равно время будет идти. И мне придется рассказать, чтобы вы просто понимали, как это будет влиять. А жаль, там на самом деле не очень такая штука хорошая. Там справа противник, но мы сначала ботик убьем. Я пока что, как говорите, видите, не палю свои перчаточки. Это же животное сандальное святого, а. Ох уж это... Ты смотри, а ты смотри, какая Джейд. Ля-ля, стоит, стреляет. Стрелок, ёпта. Мой сквад, проверяйте. Гений на Джейд попался. Гений на Яре тоже сейчас добьем его. Вот так и приходится, ребятки, играть. По одному. Потому что... Похоже, эти животные, а? Стандальные святые животные. Сейчас забайтим их. Я специально вкидывал урон, распределял, чтобы больше нанести урона.
Жирафа немножко это самое, остудим, да, так скажем. Подлутаем сейчас аптечку. Ну, блин, змея 19, это больно. Это слишком больно. Смотрите, у меня залагала граната, она не используется сейчас. Ну, посмотрите, просто он держит дистанцию, он играет красиво. Это просто не победить. Мне еще бинт блочится. У меня еще блочится бинт. Никса придется отдавать, потому что я не вытащу его, скорее всего. Попробую сейчас ловить. У меня такое ощущение, что их побольше, чем меня. Не? Вам не кажется так, ребятки? Что их немножко больше, чем трое, да? Совпадение, да? Ладно, не повезло. Не повезло. Помог бы ли мне здесь дефибриллятор? Я думаю, не сильно. Ну, правда, вот с 3-19 змею, это, конечно, было неожиданностью, потому что она заблочила мой бинт. То есть контра, по сути, бинту. И из-за этого бинта у меня был неиграбелен полностью. Хотя в реальности он очень жесткий. В плане того, что вот сейчас бы не было змеи, я бы бинтом отхилился спокойно. Потому что у меня уже там была full полоска бинтом отхиленная. Ее просто нужно было подождать. Понимаете, да? То есть, ну, это бонус. Бонус. Аптечку не надо тратить и все такое. Но, к сожалению, не повезло, не фартануло. Что я могу сказать? Бывает, бывает. Такова игра зуба. Душит. Многие сейчас тоже, ребята, стараются набивать себе рейтинг, поэтому... Конечно, такое себе. Ну, не повезло мне на вулканы попасть. Что я мог сказать, ребятки? Сам виноват, сам виноват. Мог бы сделать так, чтобы повезло. Точнее, выбрать другое время, да? И было бы все красиво. Вот, кстати, после вулканов запускается железная дорога, и там бы лев себя раскрыл на 100%, и там были бы совсем другие бои. Но, к сожалению, что имеем, то имеем. Проверяйте меткость, да, автоатаки. Вы видели только что два раза автоатака стрельнула куда захотела? Ой, мне так ощущение, что я с этих киллов 0 получу. Стойкое ощущение, однако. Очень стойко. Нет, забрался 3. Ну, так и должно было быть, конечно, но ощущение у меня было, что 0 получу. Киллов. Но хорошо, что получил 3. Однако. Так, там еще снизу один капканчик, его бы подлутать тоже было бы выгодно. Предметы, конечно, какашка, поэтому надо отправиться дальше их искать. Иначе мы тут не затащим никак. Проблема в том, что без кустов играть такое себе. Ну, попробуем, что? Если что, вот пробежим как-то вот так вот. Не знаю, под куполом что-то есть, да? Иди сюда. Бесполезные. Ой, ладно, сейчас подлутаемся здесь. Думал бронзу закинуть, но вроде успел, кстати, бронзу закинуть. Никса не получится, скорее всего, откинуть сейчас. Точнее, прокинуть на урон. Или получилось? Получилось. А это нравится. Это нравится. Два никса получилось. Надеюсь, там мои эти не умрут. Давайте, иди сюда. Молодцы. Правда, никса лучше бы я сюда не звал. Он сейчас попытается отжать дроп у меня легендарный. Я заберу. Фух, пронесло. Вы видели, ник за полсекунды не поднял. Да как так-то? Знаете, вот обычный какой-нибудь Брюс подбежит ко мне. Я просто привожу пример. За полсекунды отбирает дроп. За полсекунды. Подбегает никс еще меньше, чем полсекунды. Понимаете, в чем суть, да? Он просто подошел умереть. Ну, кстати, умер от моего капкана, поэтому сойдет. Но в этот раз, знаете, в чем была причина? То, что был легендарный дроп. Легендарный дроп подбирается, видимо, все-таки балансированно. Все-таки вот где-то есть в этой игре баланс. И он есть в легендарном дропе. За счет того, что есть баланс в легендарном дропе, я смог себе его позволить поднять. Да, а его никс не успел поднять. Потому что никс за полсекунды, к счастью, поднять легендарный дроп не может. Мы видим там еще противничков. Лук, конечно, у льва далеко бахает, этого многие не ожидают. Я сам этого не ожидаю, когда против льва играю. Потом это, конечно, выходит мне боком. Очень сильно боком. Ну ладно, то такое. Вижу там противников слева. Наверное, сейчас ворвемся на них. Блин, надеюсь, я успею. Надеюсь, они не поумирают. Ну, конечно, мои соединники начинают умирать. Оба умерли. Ну, бегать они со мной, они, конечно, не будут. А зачем, да? А зачем им бегать со мной, если есть... Ой, гений. А что я могу сказать, ребятки? Ну, гений же. Ну, гений. Зачем бегать с 18 львом? Зачем? Нам и так хорошо. Мы и так гений. Зачем нам бегать с 18 львом? Смотрите, кто сейчас умрет. Кто же это может быть, да? Кто же это может быть? Видите, кстати, как яро отталкивает. Как вы думаете, это совпадение? Не думаю, ребятки. Очень не думаю. А, вот, кстати, визуалочка. Видели? Остались мы один на один. Это вот визуалочка того, что битва, типа. То, что разработчики говорили, что добавили. Но я это никогда почти не вижу, потому что, ну, я не играю в бои.
и оставаться один на один, но это очень редко такое. Ну, а теперь вы это увидели. Хотя, мы всю анимацию, конечно, не посмотрели. Ну, возможно, в будущем посмотрим. Погнали дальше. Да. Ну, что надо сказать. Мне, конечно, печально, что вот игроки так играют. О, кстати, смотрите, против нас Рокки попался. Мощь, сила. Ну ничего, одна кнопка и Рокки покойник. Покойник. Звучит-то как, а? Вы видите, ребятки, мою команду, да? Видите? Гений на Руби. Какое совпадение? Гений на Руби. Ну, может быть, он убежит. Я сейчас возьму 6 киллов. Сейчас мы это его затроллим. Я ему как бы объяснил, кто здесь гений. Надеюсь, он понял. У нас, кстати, еще один не подгрузился. Как это интересно, да, ждать 40 секунд, пока он подгрузится. Как интересно. Как интересно. Как интересно. Вот, знаете, сидеть после разработчика и говорить, как интересно ему в ухо прям, чтобы он чувствовал. Да? Как интересно. Так, ну сначала лук подлутаем, ладно. Руби, иди сюда, иди сюда. Во, молодец, давай. Погнали, надо залутать ботика. Отлично. Теперь пошли драться. Угу. Нормально, чё ты? Спокойно, я с тобой, ёпта. Вон, у нас еще и скипи 15 уровня, офигеть. Может, бот? Сложно сказать. Ну ладно, двигаемся дальше. Ё-моё. Там все-таки гений, там инструменты, вы видели, да? Дробовика, кстати, не хватает сейчас. То есть я сейчас... Здесь, чтобы понимали, здесь был сквад сверху, да? И снизу вот здесь вот был сквад. Никого нету. Никого! Совпадение. Очередное. Ну и дробовиков тоже нету. Тоже совпадение. И Руби с инструментами. Напрягает, конечно. Ну ладно, деваться нам некуда, подлутаемся. Дробовик нам нужен. Теперь можно, в принципе, подраться с кем-нибудь. Но они все куда-то... Вижу цель! Стой, гений! Стой, ну остановись, ну... Гений, ну подожди ты, ну... Куда он бежал? Куда он бежал? Зачем он бежал? Ничего не понятно. Ох уж ты гений. Ну вы видите, да? Моя команда. Ладно. Хотя бы бочки будут, можно ловить непрошенных гостей. Да, за пандой гоняться удовольствие прям. Ловлю. Проверяйте. Ой, капец, как нравится, а. Не хватает. Они же с разных... Нет, не с разных. Смотрите, просто меня блочит. Меня блочит и не дает ничего сделать. Как вам? Норм? Жесть, вот это не дерзкие просто, я офигеваю. Я еще попасть не смог. Фиксирует этого наглого панды. Ну помоги ты союзнику, ну. Понял, давай, Руби, молодец. Я пока их здесь подунижаю и спасай. Так, ну вроде нормально пока получается. Они отстали от нас. Я сейчас здесь ошибку допускаю, то что не использую активный навык. Забайтил пчелу. То есть я не собирался, точнее, я не собирался, да, на нее нападать, но забайтил при этом. С Джейд я уже помню рассказывал, да? Не раз. Нужно быть, как говорится, вовремя. Готовым, да? Подвигом против Джейд. Потому что Джейд это одна пассивка, и ты покойник. Но, к счастью, я сильный, поэтому на пассивку Джейд мне пофиг. Ну чё, кое-как вытащили. Дикая, конечно, фигня получается, если честно. Из-за вот этих всяких панд-гениев. О, смотрите, он еще в зоне умрет. Проверяйте. Хоть я его добил, и то хорошо. Ладно, остался против нас там. Я так понимаю, а, еще два противника осталось. Ну ладно. Нам бы киллов поднабрать, да, побольше. Но я не уверен, что смог... Ну, конечно, минус килл один. Скрой скип, кстати, плохо отыгрывает. Он мог перепрыгнуть и уничтожить их за секунду, но он этого не сделал. Отжали мне 3 килла, гады, цикомадники. Ну ладно, то такое. Главное, затащили победку и хорошо. Рейтинга, правда, никс 2 дается, потому что фиг вам. Да, у нас сегодня, если не ошибаюсь, воскресенье. Да, воскресенье. Не ввели акцию. Следовательно, ждать следующую акцию на x2 монеты, x2 жетоны. Наверное, на следующие 2 недельки надо это делать. Если, опять же, будет в субботу, то это будет очень круто, потому что в субботу... Давайте, кстати, один раз на вулканы забежим. Почему? Потому что в субботу... Уже второй раз это сказал. Ладно.
Так вот, в субботу выходит акция частенько на то, чтобы купить легендарный черный сундук за 19 тысяч гемов. И если с этим легендарным черным сундуком есть акция на X2 монеты, то этот сундук супер выгодный. А если еще акция на X2 жетоны, то вообще в 10 раз выгодно. Это я рассказываю к чему? Потому что вы знали просто, что если у вас есть возможность вот это вот все сделать. Че у вас там? Кто там, знакомый что ли или что? А, это понятно. Понятно, кто это. Ладно, давайте мы тут всех убьем. Оставим друга напоследок. Давай, давай. Иди сюда, я тебя убью, давай. Да блин, скорости не хватает. Так, надо спасти нашего гения одного. Там, кстати, легендарное копье выпало, проверить. Сейчас Генри всех поубивает, мне кажется. Ладно, мы спешить никуда не будем, мы подлутаемся. Генри их убивает. Ну, мне главное, чтобы я всех побил. А вот моя команда мне абсолютно безразлична. Так, этого убиваем. То есть мне сокомандники, они особо не нужны. А куда ты... Ой, взял, подставился. Я не хотел его убивать. Почему? Потому что он бы мог поубивать мою команду. И моя команда тогда бы сделала меньше киллов. Я бы смог их сама... это самое раскидать. Ну ладно, то такое. Пока что просто делаем вид, что мы это самое посильнее. Такие мощные, типа. Закидываем контроль. Этот гад аптечку успел подлутать. Ну вы видели, а? Или не успел? Или успел все-таки? Я пока команду свою спасу. Для чего? Они мне еще аптечки принесут. Они мне еще нужны. От них еще есть толк, поэтому мы их спасаем. Вот такая вот логика, ребятки. Как говорится, если есть польза, то спасать будем. Блин, капец, там, конечно, вот против нас противники попались серьезные. Они с дефибрилляторами играют. По итогу, что я получил? Я получил победу и все киллы. Идеально? Идеально. Но моя команда, ну, парочка из моей команды остались живых и получили победку. И для им хорошо, и мне хорошо. Киллов я залутал, как говорится, я доволен. Ну, чё, лев вроде бы себя неплохо чувствует на вулканах. Давайте еще тогда один боец тоже сыграем. Ну, это, видите, вот, кстати, повыгоднее, чем играть бои трио, да? А не дольше бои трио. Вулканы быстрее, а киллов вот чисто исходя из этого одного боя становится больше. Но это по этому бою, если судить. А если судить по другим боям? Там же не все бои такие будут. Поэтому как бы, ну, сложно сказать. Поэтому сейчас играем второй бой. Лука нету. Большая проблема. Лев без лука это не лев. Надо хотя бы такой залутать. Давай, бери. Хотя бы такой, а там уже разберемся. Джей сейчас унесем. О, там лев с первобытным инстинктом. Красавчик просто. Енотика хотел бы я тоже унести, но немножко не светло, не фартануло. Зато лук золотой оттуда залутали. У нас там микс справа что-то умер. Ядрите нот дерзкий, вы видели, а? Подбежал, выстрелил. Кто не с легендарным луком? Сюда! Теперь ты моё. Блин, у меня там сквад умер. А мне надо этих сейчас спасать. А мне ж плевать на сквад, точно, я забыл, ребят. Извиняюсь, забыл, что плевать на сквад. Ах вы гады, мой легендарный лук! Ах вы гады! А ну отдай! Любитель, ляд, инструментальщик хренов, а? Ну вы видели? Он с дефибриллят. Куда собрался? Хотя бобер последний в их скваде, все, дожал. Фух, ну, я один на карте остался, понимаю. Никто со мной не хотел бегать, я что, виноват, ребятки? Правильно говорю? Никто со мной не бегал? Никто. Все куда-то разбежались, умерли. Все-таки было. Я чист, как говорится. Ну, на самом деле, я мог бы спасти многих, но, блин, когда бы у меня не было легендарного лука, тогда бы вот эти вот ребята восстановились и могли бы меня наказать. А чтобы они меня не наказывали, я хотел бы их все это самое, аннигилировать. И киллы все себе забрать. Ну, вы понимаете, да? Я сейчас как бы дерусь за киллы. Поэтому мне отдавать киллы кому-то вообще не выгодно. Абсолютно. Нет, друг. Тут как бы без вариантов. Блин, скорость остановилась. Да куда ты? Не, ну вы видели этого гада? Он от огня умер. Вот же... Такому бан надо давать. Осуждаем. Минус один килл, а жаль. Хотелось больше принести пользу в клан. Но, как говорится, что получилось, то получилось. Сегодня был прекрасный лев, который все развалил. Надеюсь, он развалит побольше. Ну что же, ребятки, оцениваем игру зуба. И оценка у игры зуба может быть только одна. И вы знаете, какая это оценка. Вот знаете, если бы они огромную кнопку сделали плохо на весь экран,
это бы было удобнее, потому что не нужно было бы случайно попадать в кнопку «Отлично», да? Мы нажмем кнопку «Плохо». Интересно, если они поменяли в программе, ну, то есть визуал, к примеру, вот такой, который мы видим, да, а в программном коде кнопки изменены местами. Типа, все голосуют, что игра зуба хороша, а точнее, все голосуют плохо, а на самом деле это кнопка, которая нажимается, и там как бы игра зуба хороша. Вот, могли бы такую разработчики подставу сделать, чтобы статистику для своих боссов делать красивую? Я думаю, могли бы. Но, как говорится, это безразлично, потому что то, что пишут в комментариях игроки по поводу игры зуба, вы все знаете эти комментарии, я их каждый раз вижу. Если те, кто, как говорится, главный, у них там это самое, да, не видят эти комментарии, ну, как, что мне что-то договорить? Как говорится, вы сами все видите, игре зуба скоро будет 5 лет, и вот во что она превратилась. Ужасно, ужасно, но игра классная. Игра классная, если бы не все... Весь тот ужас, который вот эти вот умные люди сделали с ней, к сожалению. Да. Ладно, не будем о грустном, будем о хорошем. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Забыл я, кстати, показать вам старшекурсника, как он теперь называется. Скинчик. Дюк со старших курсов. Норм название? Норм. Все, не болейте, встречайте, всем пока-пока.